Все подписчики и гости канала сегодня в магазине 3 цены, который находится по адресу улица Водолажского, 15. Смотрите, какие появились кашпо в виде китенка размером 14 на 9 на 8 сантиметров. Это производство Китая, 6 рублей 90 копеек. Также в продаже есть и кашпо автомобиль размером 7 на 5,3 на 4 сантиметра, производство Китая, 9 рублей 90 копеек. И кашпо скутер также стоит 9 рублей 90 копеек. Уже сейчас на скидке жидкость для мытья посуды Morning Fresh, здесь 450 миллилитров в двух вариантах, с лимоном и с алоэ, стоит на скидке 3 рубля 99 копеек. Также на скидочке ваниш в порошке 500 грамм, здесь стоит 4 рубля по скидке 59 копеек. Он не содержит хлора. И гель для стирки, производство Россия, здесь 2 литра по скидке, он стоит 7 рублей 90 копеек. Для цветного белья в красной и для всех типов тканей в желтой бутылке, 7 рублей 90 копеек. Смотрите, какие классные маски из Кореи. Это с ароматом граната, также есть с ароматом клубники. Они на скидке всего лишь 95 копеек. Возьму, наверное, себе одну такую маску, попробую. Также есть на скидке мужские носочки, брезки, правда, размеры 40-41, 2 рубля 20 копеек в эту же цену. Есть еще и размеры 42-43. В составе 76% хлопка. Также хорошая цена на салфетки губчатые. 15 на 15 сантиметров. 3 штучки здесь. 1 рубль 90 копеек. И силиконовые кисточки. Ручка из пластика. Насадка из силикона. Синим, красным расцвет. Всего лишь 1 рубль 50 копеек. Баночка для хранения пищевых продуктов. Она из стекла. Крышечка из керамики. 300 миллилитров. Это производство Китай. 3 рубля 90 копеек. Также сейчас на скидке минажницы. Минажницы бамбуковые. Минажница под нос стоит 5 рублей 50 копеек. И на 4 лепестка такая стоит 4 рубля 50 копеек. Также есть кружечки с пожеланиями на 250 миллилитров. Это производство Россия. 2 рубля 65 копеек. И также на скидочке термос. Термос 430 миллилитров. Это Китай. 12 рублей 50 копеек. Наборы бокалов 2 штуки. Производство Россия. 8 рублей 50 копеек. Детские влажные салфетки 120 штук. 2 рубля 50 копеек. Также есть гигиенические прокладки Naturella с ромашкой 10 штук. 4 рубля 59 копеек. Производство Украины. Жидкое мыло овсяное 500 миллилитров России. 3 рубля 10 копеек. Он идет с дозатором. Есть гель для душа с ароматом вишни, шоколада и клубники. Все гели для душа по скидке за 2 рубля 99 копеек. Здесь 400 миллилитров. Это производство Россия. А еще смотрите, какие классные наборы камыль. Гель для душа, также крем для рук, бархатные ручки. Такой набор вам обойдется в 12 рублей 15 копеек. Это производство России. Также есть набор, который состоит из двух гелей для душа с ароматом граната и миндальным маслом. Такой набор вам обойдется в 16 рублей 50 копеек. Это производство Россия. Смотрите, также есть и свечки в продаже. 2 рубля 50 копеек. Это производство Китая. Есть раскраски антистресс на 32 листа за 3 рубля 75 копеек. Также на 12 листов за 1 рубль 75 копеек. Бальзам восстанавливающий, производство Беларусь.
стоит на скидке сейчас 3 рубля 90 копеек. Здесь в этой баночке 180 миллилитров. Этого же производителя есть и шампунь. Киоск сейчас стоит 4 рубля 99 копеек. И ежедневные прокладки. Здесь по 60 штук. Есть в двух вариантах. Это производство Россия. 4 рубля 90 копеек. Торфяные горшочки на 12 ячеек размером 75 на 80 миллиметров по скидке 1 рубль 30 копеек вам обойдутся. Также есть и дренаж в продаже, керамзитный 2 литра 1 рубль 50 копеек, производство Беларусь. Вермикулит природный, здесь 2 литра. Также это производство Беларусь, 2 рубля 9 копеек. Удобрение азотно-фосфорное калийное. Это производство Беларусь, 4 рубля 90 копеек. Здесь 1 килограмм. Есть Абигопак, здесь 50 грамм в этой упаковке. В нем широкий спектр применения. Производство России, 4 рубля 90 копеек. В магазине уже появился большой выбор семян. Все семена производства Сербия. Есть как семена морковки, капусты, помидор, огурцов, лука. Также цветов. На упаковочке стоит 80 копеек. Есть и семена лаванды. Производство Беларусь, рубль 20. Семена тмина, рубль 20. Также семена мелисы. Базилик за рубль 90. И семена шпината. Все эти семена производства Беларусь. Опрыскиватель на 2 литра. Это производство Россия. Он обойдется в 14 рублей 90 копеек. Есть также волокна кокосовые, измельченные в брикете. В этом брикете 500 грамм. Это производство Шри-Ланка. Стоит 5 рублей 90 копеек. В продаже уже появились и семена горчицы. Пол килограмма 5 рублей 50 копеек. Смотрите, какие классные есть лейки. Это производство Китай. 3 рубля 90 копеек. Это лейка на 1 литр 700 миллилитров. Также такие лейки слоники. Лейки из пластика. Это также производство Китай. 3 рубля 40 копеек. 1 литр 850 миллилитров. В этой леечке. Корневин. Это стимулятор рассады саженцев, черенка и сеянцев. Здесь 10 грамм, 1 рубль. Это производство Россия. Расческа на скидке 5 рублей 90 копеек. Следующий также 5,90. Это производство Китай. И есть за 3,90. Такого плана. Ручка пластиковая и прямоугольная. Также 3,90 Китай. Коврики преддверные. Это производство Китай. 9 рублей 90 копеек. Есть такой миленький с собачками. С котиками. 9,90. И коврики для ванн силиконовые 5 рублей 50 копеек в двух расцветках. Также производство Китай. Продажи есть стулья складные 9 рублей 90 копеек. Это производство Китай. Металлическая ножка и сидушка из ткани. Есть и шампуры продают за 92 копейки. Это производство Китай. Шампур размером 60 на 1 сантиметр. Хороший выбор сейчас хозяйственных сумок. Эта сумка идет с боковым карманом и на колесиках. Есть в двух расцветках, стоит 16 рублей 50 копеек. Сейчас на скидке. Размером 140 на 265 на 450 миллиметров. Есть также и в оранжевом цвете. Ее легко сложить в разложенном варианте. Она выглядит таким образом.
кармашек боковой на молнии, основной на кнопочки и большая ручка. Акция сейчас ароматизатор подвесной, в нем 4 мл, производство Россия. Большой выбор аромата, стоит 2 рубля 90 копеек. Хорошая цена на наборы, рукавичка и прихватка. В сером, розовом цвете 3 рубля 85 копеек. Это производство Китай. Посмотрим, какие есть крема для рук. Так, крем для рук, это производство Россия. Здесь 75 мл. Он защитный, 1 рубль 72 копейки. Он с маслом пиона, маслом жожоба и витаминами А и Е. Для рук и ногтей, защищает и питает 48 часов. Производство Россия, 2 рубля 60 копеек. Также этого же производителя есть глицериновый крем для рук с ромашкой и маслом ши, депантенолом, 75 мл, 2 рубля 60 копеек. Хорошая цена на макароны Барилла. Это перья. Здесь 450 грамм. 2 рубля 99 копеек. Масло подсолнечное. Кубанский дар. Рафинированное, дезодорированное. Здесь 800 миллилитров. Также по скидке сейчас. 3 рубля 99 копеек. Это производство Россия. Шоколад трюфельный. Здесь 200 грамм. Это производство Беларусь. Коммунарка. Стоит 4 рубля 59 копеек. Также хорошая цена на шоколадку Красная Шапочка. Там 100 грамм. У нас стоит 2 рубля 39 копеек. Очень вкусная сладость. Это производство Россия. Пирожное Птифур, есть кокосовое, а также есть карамельно-арахисовое. Здесь 225 грамм, стоит 5 рублей 49 копеек. Цикорий растворимый, здесь 100 грамм, очень хороший цикорий, 2 рубля 79 копеек, это производство Россия. Также есть и кофе растворимый Жокей, стеклянные банки. 95 грамм, 7 рублей 99 копеек, России по скидке. Нескафе Gold растворимый, 95 грамм, это Россия, 8 рублей 99 копеек. На этом, ребята, все. Не забудьте подписаться на канал Будненади, кто не подписан, чтобы следить за скидками в магазине. Три цены, Светофор, Фикс Прайс и в других магазинах. Всем пока-пока, до новых встреч!